от Литейного, повернули на улицу Некрасова. Какой тут магазинчик красивый. Сколько там всего сверкает. Давайте покажу. Смотрите, какая красота. Видите, как будто попали в Новый год. Все тут такие смеющиеся, радующиеся. Смотрите, какие тут балкончики. Дом какой обалденный. Это улица Некрасова. Мы с вами вообще в эту сторону не ходили туда, вот к Литейному. Здесь столько людей. А, еще ж не поздоровалась. Привет! Привет, мои любимые! Вообще тут так все по-другому. Совершенно другое чувство. Ну что, магазин я не нашла, в который я шла устраиваться на работу. Позвонила этой женщине. Она не берет. Ну и фиг с ними. О, опять Ауди. Работа зависит от нас, а не мы от работы. Значит, не судьба. Что теперь? Убиваться? Стоять? И вот тут биться головой о стену? Нет уж, мои дорогие. Не дождетесь. Какая там лепнина. Смотрите, какой дом обалденный. Весь в лепнине, красивущие статуи или в статуях, наверное, в статуях правильно. Смотрите, какая красотища. У меня аж башка закружилась. А тут такой дом, тоже там такие красивые рисуночки. Сейчас перейду дорогу, вот у меня ждут машинки. Это Короленко улица, вот это туда идет. Сейчас покажу вам поближе. Видите, как красиво налепили. Обалденно. Вот стоит мне выйти немножко, и сразу же столько новых мест. Давайте парадные посмотрим. Какие парадные. С лифтом. Красота. Девчонки, пошли, смотрите, какая плиточка. По-моему, обалденно. Там тоже вон лепнина, кстати. На потолках. С фонарями. И канделябрами. Ленин на буржуазию. Ну сколько тут людей. Это антикварный какой-то магазинчик на Некрасова 6. Кому интересно, приходите, смотрите. Тут не знаю, что закрыто, по-моему. Такая была какая-то, наверное, кафешечка, забегаловочка. Ладно, гуляем дальше. О, индийский ресторан нашла на Некрасова. Представляете? Вот так вот. Дом карри. Кури хаус. Там детская площадка. Вот эти все почему-то закрыты. Магазин временно закрывается на ремонт. Информация по телефону. Зоомагазин. Что-то там переделывают. А это у нас судебные экспертизы. Детская художественная школа. О, вот здесь очень красиво. Мне тут очень-очень нравится. Такой дом обалденный, смотрите. Большой театр кукол.
Смотрите, как красиво. Слоник все держит на себе, целый мир. Класс, да? Эти дядечки мне нравятся. Сейчас поближе покажу. О, о какой. И там такая девушка. А здесь шо у нас? Давайте глянем. Угу. Летающий велосипед. Рикки-тикки-тави. Это еще мой мультик из детства. И маленький принц. Маленький принц тоже читала. Энтузиаст. Это что? Песнь песней. Книга Иова. И здесь вот расписание. Не знаю, на когда это расписание. Вдруг кому-то интересно. Касса театра. Следующая дверь. Уважаемые зрители. Пикшотов. Маленький принц. Вот расписание. Здравствуйте. Тут расписание. Кому интересно, останавливайте. Или читайте. Не знаю, по-моему, видно. Все. Так. Малая сцена. Малая сцена. Это на апрель 2022 года. Репертуар для взрослых. Наверное, не очень видно. Ну, по-другому не знаю, что. А тут на апрель репертуар для детей. Вот так вот, мои любимые. А тут что-то похожее на черепашку держит. Дерево и тоже весь мир. А здесь, по-моему, касса. Собачка! Какая красивая! Спасибо большое. Вообще класс. Хорошенькая. А как ее зовут? Ники. Это мальчик. Ники? Ага. Очень классный. Спасибо. Он маленький еще, да? Нет, 3 года. 3 года? Ну, это еще молодой. Вообще красавчик. А он у вас в выставках участвует? Нет. Нет? Он там сейчас смотрит. Вот это сыны зубы, а собака по сестрами нет. Понятно. Ну ладно. Пока, Ники. Пока. Счастливо. До свидания, девочки. Пам-пам. Пам-пам. Вот так вот познакомились с собачкой. И идем дальше. Это мы с вами идем все еще по Некрасово, как я вам сказала. Сейчас мы на Некрасово 14. Тут вообще красивые такие дома. Все со львами. С всевозможными скульптурами. Очень-очень красиво. Еще и солнечно. Вот там такая собака тоже. Смешнючая, мопс. Тут не ходить, потому что балкон обрушивается. Наверное. Вот снова Ауди. Мы с вами пришли памятнику Маяковского. Вон он. И тут скверик Маяковского. Ну, идемте. Перейдем. В неположенном месте. Как всегда. Что делать-то? Я же вечно не как у людей. Там переход, а я иду
непонятно где. Такие дома прекрасные, ждущие реставрации. Вот я перешла, хотела зайти в этот гастроном советский. Вообще красотища. А там два голубочка сидят на памятнике. Целуются. О, разошлись. Опять целуются. Красиво. Красиво. Ты вошла в мою грешную жизнь. Реально, я иду в одной футболочке, и у меня вся спина мокрая, потому что мало хожу, надо ходить очень-очень много, как я раньше ходила. Вы знаете, когда я жила на Васильевском острове, обнимаются, молодцы. Вот, когда я жила на Васильевском острове, я ходила, выходила утром и приходила домой иногда в 10-11 вечера. Я целый день ходила, я пешком ходила от Васильевского острова, да, не знаю, так, шла по Невскому, вот от Васильевского по этому, по мосту, потом проходила пешком туда весь Невский, потом шла пешком. Где я ходила? Я доходила до Коломны иногда пешком. Я ходила реально по 12-14 часов. Вот честно. Ну и весело я тогда, не знаю сколько, наверное, в 3 раза меньше, чем сейчас. Килограмм 40 точно. Может, чуть больше, может, 45. Но я могла ходить бесконечно. Вообще не уставала и не останавливалась. Нигде не сидела. Зимой, когда очень-очень-очень холодно было, заходила на Невском, на Гостином дворе, пила чай горячий. Вот. И все, шла дальше. Брала в стаканчике так себе чай. Иногда с собой термос таскала. Ну, когда как. Раз на раз не приходится. И ела утром, и вечером. Но вечером иногда была такая уставшая, что просто валилась. С ног спала. Вставала утром и опять шла. А одно время работала курьером тоже, постоянно на ногах. Пешим курьером я не на велосипеде, не на самокате, а пешком. Тоже обходила весь центр Питера. Что-то он там мусор трамбует. Мои любимые, мы с вами дошли уже по Некрасово до моего этого Семишагова. Сейчас купим водичку и домой. Вот тыквочку привезли, лучок, картошечку и так далее. Лук такой огромный. А мы с вами наснимали снова 14 минут. Ого, тут очереди почему-то. Так, что тут у нас есть? Томаты, сливка. Томаты.
Помидорчики. 129-130 рублей. Ладно. Я тут что-то семечек не видела, а вон они. Это маленькая 49, а большая, ну, это 50, это 100 половина. Тут семечки вообще такие крупные, смотрите, просто огромные. Возьму такую. Новые бананы привезли. А у меня еще есть, по-моему, парочка. Зефирчик. А это что в шоколаде? 54 рубля. 55. Что мы уже с вами много не снимали. Здрасте. Так, водичку взяла. Вперед. Реально я устала, потому что не ела еще. А времени уже, наверное, часа 4. Не знаю, сколько точно. Ого, очередь. Что там, хоть две косы? Так. Спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо. Стояла в очереди, наверное, минут 15. Или, может даже больше. Перышко. На счастье вам, мои любимые. Такое прекрасное. Всем волшебного дня. Спасибо, что вы со мной гуляете. Очень-очень-очень люблю вас. Пока-пока. Тащу семечки в руках. Рюкзак не взяла. Серьезно. Девушка говорит, серьезно? Да.